мальчики, так нечестно! Круто мы Машу обыграли! Ты видел ее лицо? Ага, и чем дальше займемся? У меня есть крутая тема! Пошли! Мама купила новых диких скричеров. Давай батл замутим. Я не против, а что за модели? А сейчас мы это и посмотрим. Вот это Рокки Вулф. Он трансформируется в волка. А Спиралин Хантер становится скорпионом. О, я хочу этого. А это вообще крутые космические скричеры. Будем запускать по 2 штуки. У кого все трансформируются, тот и выиграл. Ах, вот вы где. Все-таки нашла. Ребята, вы что выиграете? Скричеров? Ну да, решили батл устроить. О, а можно мне с вами? Не думаю, что это хорошая идея. Ну, мальчики, я только попробую. Тим, ну пусть выиграет. Ладно, только если проиграешь, потом без слез и соплей. Ага, хорошо. Сейчас ты увидишь мастер-класс. Дикие скричеры, вперед! Что-то не получилось. Ну, бывает. А теперь я. Дикие скричеры, вперед! Тебя сделала. Да это ей просто повезло. Слушай, я походу самокат с улицы не занес. Я быстро, а вы без меня не играйте. Ага, вон он. Не понял, а это что такое? Чтобы кем-то управлять, надо эту куклу взять. Элемент вещи прицепи, станешь повелителем ты. Не понял, а ну еще раз. Ага, кем-то управлять, взять, прицепить? Это надо проверить. Ребята, а я уже пришел. Тим, ты где так долго был? Я уже Дениса 5 раз успела обыграть. Ну не 5, а 4. Последний раз ничья была. Как интересно. Вот давай вместе сыграем, и ты все увидишь. Да-да, хорошо. Ай, что ты делаешь? Да у тебя на волосах листик прицепился. Тим, так у нее же там не было листика. Молчи, пошли лучше на кухню. Эй, что вы там шепчетесь? Я предлагаю чай попить. Да, что-то есть захотелось. Давайте я сейчас бутерброды сделаю. Не-не-не, ты как победительница сиди здесь, а мы пойдем с Денисом все приготовим. Ты чего отказался? Пусть бы она бутерброды делала. Я тебе сейчас все объясню. Я нашел что-то интересное. Смотри. Кукла? Это что за безобразие? Я была тебе лучшего мнения. Денис, ты ничего не понимаешь. Это кукла Вуду. Кукла чего? Вуду? И ты веришь в эти сказки? А вот сейчас мы Машин волос на нее прицепим и посмотрим, сказки это все или нет. Мальчики, вы скоро? Может вам помочь? Не-не, мы сами справимся. Ну что, проверим? Ага, только тихо, пошли. Ну что, Маша, поразминаем ножки. Что это? Что со мной происходит? Круто! Давай еще проверим. Давай. Фух, попустила. Судорога, что ли? А ну покрути ей головой. Это хорошо, но почему я это делаю?
Маша. Теперь посмотрим, кто из нас лучший дикий скричер. Ну, Денис, ты знаешь, что делать. Маша, у меня к тебе есть предложение. Что? Идем пить чай? А то у меня с головой что-то не в порядке. Подожди, он еще остывает. Давай пока разок в диких скричеров. Ты опять сейчас проиграешь и психовать начнешь. Не переживай, я спокоен, как слон. Ну ладно, давай. Запускаю! Дикие скричеры вперед! Давай! Получается. Фух, рука больше не двигается. Вот сейчас у меня все получится. Не сомневаюсь. Денис, действуй. Хорошо. Что это? Это не я. Маша, ты что, прицеливаешься? Мальчики, нет, я не понимаю. Происходит. Оно само. Да ладно, Маша, давай запускай, не прикалывайся. Дикие скричеры, вперед! Да, Маша, ну теперь смотри, как я умею. Ну что, поехали? Дикие скричеры, вперед! Первый есть. Дикие скричеры, вперед! Есть! Дима, Денис, кажется, я болела. У меня, наверное, температура. Ага, наверное. Ну вот, опять. У меня какие-то странные судороги. Да, Маш, ты, наверное, действительно заболела. Ты пока приляжь, мы тебе с Денисом сейчас чай принесем. Да, хорошо. Сначала будет зарядка. Ой, опять! Ну что это такое? А теперь немного танцев.